Здесь очень мило. Но сверху! Есть! Что, Игги? Я придумал новый рецепт. Я готов продегустировать. Сколько же здесь насекомых! Неженка. Ау! Сейчас не вовремя! Рука дрогнула. Да. У меня ноги болят. Неженка. Нокт, ночью на дорогах опасно. Нам лучше вернуться в город. Дальше за руль сяду я. Так и быть. Об одном прошу. Пожалуйста, только поменьше лихачества. Тут темновато. Ты точно справишься? Я все прекрасно вижу. Можешь немного отдохнуть. Что дальше?
Поговорим с местными? Пусть Нокт решает. Пойдем в магазин. И я тоже. Давай с нами. Какие красавицы. Спасибо, мальчики. Вы помогаете двигать науку. Науку? В последнее время происходит много странного. Долгие ночи, землетрясения. И загадок, которые требуют разгадки, становится все больше. Лягушки — это тоже загадка? Да. Красные лягушки появились совсем недавно. И мы не знаем, чем вызвана эта мутация. Возможно, эти маленькие существа хранят ключ от тайн всего мира. Вы же мне еще кое в чем поможете? Ну, да, но... Как только найдете на это время, дайте мне знать. А пока возьмите это в благодарность за лягушек. Заслужили.
Саня. Саня и Игор, если не ошибаюсь. Долго же ты соображал. Саня кто? Саня Игор, знаменитый профессор биологии. Ее научные труды признаны во всем мире. Ого, так она знаменитость? Ха, по виду и не скажешь. Я уже отрубаюсь. Я тоже. Поймал момент. Ха-ха, ну так. Ха-ха, а вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Салют. Привет. 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 До свидания. Игнис, поможешь? Секунду.
Так вот он какой, этот знаменитый диск. Но, хочешь сфоткаться на фоне метеорита? Можно. Ура, вперед! Неплохо. Но, сверху! Снимай отсюда. Так. Снимаю! Сейчас сниму. Эту нужно оставить. Только этого не хватало. Открой глаза! Закрой! Труда! Это переходит все границы. Рука огромная. Сейчас ты не будешь. Вот он какой-то. Ты удивлен? Выглядишь не очень, не прекрасно ты. Отлично. Теперь только так меня и называют. Ничего не видно. Промто, помоги Нокту. Ладно, сейчас. Я подумал, что тебе конец. Найди укрытие и подлечись. Как обстановка? Более-менее. Угладил бледный вид. Просто... Супер. Приятель, перерыв окончен. Я уж думал, мне крышка! Видит у него не очень. Это из-за яда? Нет! Извини. Осторожно, но... Получи! Сам знаю. Все кончено! Игнис! Но, Промто в беде. Эй, ничего, Игнис, давай! Спасибо, за мной должна. Да ты жжу!
поддохни. Все висело на волоске. Хорошо, что он не оборвался. Мы живы, и это главное. Все готовы? Ага. Точно. Что это было? Прошу прощения. Великолепнейший день для прогулки. Все готовы? Ага. Угу. Мы как будто летим в другое измерение. И где же мы очутимся? Ух ты! Здорово. Как много тут всего. Давно я уже не бывал в таких городах. Канатная дорога! Интересно, куда она ведет? А, здесь становится жарко. Нужно заехать туда, где прохладно. Да уж. Может, переночуем сегодня со всеми удобствами? Я уверен, что где-нибудь здесь найдутся подходящие комнаты.
Значит, в провинции лапша в стаканчиках тоже есть. Стоит купить несколько порций на случай, если запасы подойдут к концу. Я внесу ее в список. Привет! Хотите лапши в стаканчике? Благодарю. Удачи вам. Тем более жалким я себя чувствую. Ну и столпотворение. Должно быть, это главная улица. Она в Левилле. Вперед. Скоро праздники. Можно открыть магазин в Альтисе. Быстро с... Хочу кататься на Чокобо весь день. Просто мелодия прицепилась. Ого! Вы ощутили? Ты про землетрясение? Ты чего? У меня голова разболелась. Ты как? Я в порядке. Ирис! Вы все живы! И у вас машина! Да, это здорово! А ты отлично выглядишь! Особенно после всего этого. Вы же останетесь здесь, да? Мы так и хотели. Поболтаем, вспомним старые времена. Ага. Это же Джаред и Талкот. Я очень рад вас видеть. Принц Ноктис! Со мной Ирис ничто не грозит! Прошу прощения за внука. Он еще не научился вести себя. Ничего. Ты очень добр к нам, принц, но мы с внуком не будем тебе мешать. Доброй ночи, принц Ноктис. Ирис, скажи, как дела в столице? Так себе. Цитадели сильно досталось, но... большая часть окружающих районов не пострадала. Империя била по тактически важным целям. Нокт, если нужна помощь, только скажи! Да, спасибо. Ты чего?
насчет леди Лунафреи? Люди говорят, что видели ее в городе. Наверное, она сразу уехала. И значит, она жива. Это хорошо. Спасибо. Что ж, спокойной тебе ночи. Доброе утро, Соня. Доброе. А где все? А, гуляют с Талкотом. Осматривают город. Может, и нам прогуляться? Можно. Почему бы и нет? Супер! Пойдем гулять! Похоже, твое терпение вознаграждено. Наслаждайся прогулкой и будь осторожна. Прежде всего мы зайдем на рынок. Иди за мной. Нам все...